В России всегда было очень мало людей, имеющих смелость вести себя свободно и независимо, честно высказывая все, что они думают об окружающей их действительности. Как правило, московская власть обладала целым арсеналом способов, чтобы закрыть таким людям рот. Кремлевский режим никогда не терпел инакомыслия, и особенно среди людей, известных и уважаемых. Но человек, о котором мы будем вести речь сегодня, говорил такое, что у агентов прослушки заворачивались уши, а люди в высоких кабинетах, читая расшифровки разговоров, багровели от ярости. Но ему, тем не менее, все это сходило с рук. Наши есть фашисты с головы до ног. Они могут быть более либеральными, менее либеральными, но фашистские идеи у них. Но что я считаю чудесно, что вот этот иезуитский миф гибнет. Сейчас ясно, что совершится военный переворот. Это вполне реальное дело сейчас при такой малой популярности правительства и ненависти народа к правящему классу. Если наша система мирным способом не может рухнуть, то Третья мировая война неизбежна со всеми ужасами, которые при этом предстоят. Так что вопрос о мирной ликвидации нашей системы есть вопрос судьбы человечества по существу. Он любил веселые компании, застолья и шутки. Галантно ухаживал за красивыми женщинами. Принадлежал к тому типу людей, которые чаще всего находятся в приподнятом или даже хорошем настроении. На Лубянке составили на него сотни томов дела, подавляющая часть которых до сих пор засекречена. Он говорил все, что думал о кремлевском режиме, а его не смели тронуть даже пальцем, и награждали государственными премиями и орденами. Друзья называли его Дау. Лев Давидович Ландау. Величайший советский физик, Нобелевский лауреат и одновременно самый жесткий и непримиримый антисоветчик, считавший себя, по его собственным словам, находящимся в плену в СССР, самой несправедливой и фашистской стране мира. Почему бунтарь Ландау был неприкасаемым в Советском Союзе? Как ему удавалось открыто троллить кремлевский режим? Какие тайны гениального физика скрывают секретные архивы КГБ? Смотрите далее. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках, на экране и в описании к видео. В поле зрения Лубянки Ландау попал в конце 1930-х годов. Он заслуживал особого внимания из-за того, что учился в Европе на стипендию Рокфеллеровского фонда, был близок со множеством иностранных ученых и имел острый язык. В апреле 1938 года в Москве Ландау участвует в так называемом антисоветском заговоре. Редактирует листовку, призывающую к свержению сталинского режима, в которой Сталин называется фашистским диктатором. НКВД арестовывает Ландау и студентов антисталинской группы философского института. В тюрьме Ландау проводит год. И выходит, благодаря письму в свою защиту от знаменитого физика Нильса Бора и вмешательству не менее известного ученого Петра Капицы, взявшего Ландау на поруки. С момента выхода на свободу за ним начинают тотальную слежку. Сегодня открыта лишь малая часть дела Ландау. Некоторые страницы из него были опубликованы фондом Александра Яковлева в 1999 году. Совершенно секретно. Выдержка из справки по материалам на академика Ландау. Так, положение советской науки Ландау в 1947 году определял следующим образом. У нас наука окончательно проституирована и в большей степени, чем за границей. Там все-таки есть какая-то свобода ученых. Подлость – преимущество не только ученых, но и критиков, литературоведов, корреспондентов газет и журналов. Это проститутки и ничтожество. Им платят, и они поэтому делают, что прикажут свыше.
1948 году один из агентов по поводу разговора с Ландау сообщал следующее. Ландау считает, что США самая благотворительная страна. Он систематически отрицает приоритет русской и советской науки во многих областях, о чем неоднократно высказывался среди своего окружения. Лев Ландау вообще считал, что США – это самая благоприятная страна. Как-то он прочел, что какой-то американский ученый по национальности чех высказал желание уехать в СССР. Ландау отреагировал в своем стиле. «Ну и дурак», – сказал он. Гениальный ученый был смелым на рискованные для того времени высказывания. Когда ему об этом говорили, он отвечал: «Да, я люблю дразнить гусей. Это занятие хоть и опасное, но весьма приятное». Ландау позволял себе многое. Был свободным и независимым. НКВД, конечно, давно ликвидировало бы такого антисоветчика и троцкиста. Однако сталинских палачей от этого шага удерживало то, что ученый-физик работал над главной скрепой СССР – ядерной бомбой. А за это ему прощалось многое. И даже открытая антисоветская позиция. Ученый страстно надеялся на то, что ему еще удастся пожить в свободной России, коей она могла бы стать в результате скорой и неизбежной революции. Именно поэтому Ландау восторгался смелостью и отвагой активистов венгерского восстания 1956 года. Однажды на вопрос о якобы зверствах мятежников в Венгрии он ответил очень эмоционально. «Еще не было случая в революции, чтобы революционеры творили зверства. Кого убивали, так это МГБшников. Они даже в плен сдавались, чтобы сохранить себе жизнь. У нас писали, что вытащили из дома какого-то раненого офицера и убили. Оказывается, что дело было так. В одном доме засели 4 МГБшника и стали стрелять из автоматов по выступавшим. Убили 60 человек. Вот до них и добрались». Революция – это благородное дело. Масса детишек борется на баррикадах от 13 до 16 лет. Студенты выступают. Героизм венгерский заслуживает преклонения. Ландау был полностью уверен, что со времени Октябрьской революции в СССР постепенно формировалось настоящее фашистское государство. Он говорил: «Я считаю, что наша система, как я ее знаю с 1937 года, совершенно определенно есть фашистская система. И она такой осталась, и измениться так просто не может. Я считаю, что пока эта система существует, питать надежды на то, что она приведет к чему-то приличному, никогда нельзя было. Вообще это даже смешно. Я на это не рассчитываю». Русская студия BBC в свое время посвятила целую передачу памяти Ландау. В частности, там говорилось: «Ландау создал новую философию жизни. Он создал совершенно новый тип ученого. Физика стала романтической стороной, обителью свободы. Пошли слухи, что где-то можно рассуждать свободно, что где-то не поставлены рогатки на пути мысли. И это очень волновало людей в те времена. Эту атмосферу создал Ландау». Можно смело говорить о том, что гениальный Дау был одним из катализаторов хрущевской оттепели. Задавая тон в научной среде, он привил многим молодым ученым свободомыслие и сделал физиков, как сказали бы сейчас, рок-звездами 60-х. Причем сам Ландау был настоящей иконой. В те годы легендарный Илья Эренбург написал свое знаменитое стихотворение «Физики и лирики», начинавшееся так: «Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне». Академик Академии наук СССР, член Академии наук Дании, Нидерландов и США, Французского физического общества и Лондонского королевского, герой соцтруда, лауреат Сталинской, Ленинской и Нобелевской премий, гениальный физик, остроумец и шутник Лев Давидович Ландау говорил: «Науки бывают естественные, неестественные и противоестественные». Ему принадлежит еще немало ярких острот. Например: «Учеными бывают собаки, и то после того, как их научат. Мы – научные работники».
Дау был несомненным врагом Кремля номер один. Врагом гибридным, инкорпорированным в систему, но так и не ставшим ее частью. Он смело троллил советскую власть, громко говорил правду, не боялся открыто называть кремлевскую верхушку гнусными палачами. По признанию самого Дау, «Когда умер Сталин, я танцевал». Благодаря таким людям, как Лев Ландау, отважным и харизматичным интеллигентам, СССР не удалось окончательно превратиться в Северную Корею. Но вместе с тем, бесконечно жаль, что таких людей в России всегда было катастрофически мало. А иначе страна уже давно была бы полноправной частью цивилизованного мира, а не тем унылым недоразумением, которым является сейчас. Спасибо за внимание. Больше материалов читайте на сайте hrindyabliki.com. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте автора на платформе Patreon, и ваше имя появится в титрах очередного ролика. Всем добра и здоровья!